Бархатные блинчики – мой любимый рецепт. Идеальные пропорции. И получаются всегда. В миску 3 яйца. Взбиваю до пены. Добавляю соль, сахар и стакан молока. Перемешиваю. Постепенно добавляю 1,5 стакана муки. Комочков быть не должно. Теперь 2 стакан молока и 3 столовых ложки растительного масла. В самом конце вливаю стакан кипятка, интенсивно перемешивая тесто венчиком. Кипяток немного заваривает муку, и блинчики получаются нежнейшие и очень тоненькие. Сковороду смазываю маслом только первый раз. Наливаю немного теста и распределяю. Блинчики легко переворачиваются и не рвутся. И получаются действительно бархатные и очень вкусные. Пробуй, делись, подпишись. Завтра увидимся.